Мастер-класс прошел под руководством народных умельцев, членов Международной федерации художников при ЮНЕСКО и Союза художников России Владимира и Евгении Бедрак. Они также рассказали журналистам о своем творчестве и презентовали работы. Расписанная черноморская галька – отличный сувенир из Сочи. В основном журналисты отдали предпочтение российскому триколору, в том числе фотограф из Эфиопии Гарум Сейфу. Я был в Москве, Санкт-Петербурге, теперь в Сочи. Всей душой болею за Россию, потому что вы проводите удивительный чемпионат. Очень приятно оказаться на таком мастер-классе. Очень люблю все яркое и необычное. Художественной росписью занимаются несколько поколений семьи Бедрак. Они применяют различную технику и материалы. Работы сочинских мастеров – желанные гости на всероссийских и международных выставках. Они уже побывали в Германии, Болгарии, Франции, Италии, Чехии и Японии.